Смотрим жилой комплекс «Фрукты». Это монолитные 12-этажные дома на территории ПГТ «Сириус». Парковочный коэффициент один из лучших в городе. На территории высажены деревья. Здесь около 1000 видов растений. Зеленый газон и ровная территория. Контейнерные площадки закрытые. А на этом острове вместо песка мелкая галька, клумбы с автоматическим поливом, цветы и небольшие деревья. В жилом комплексе собственная котельная и трансформаторная. Напротив большая парковка, а за этот газон и другие растения отвечает управляющая компания. Вдоль тротуаров у подъезда столбики, ограничивающие парковку. Здесь поле для игровых видов спорта, а здесь детская территория. Есть большая песочница, лавочки в тени перголы, небольшая горка, место для настольных игр, игровая зона в форме мачты корабля и качели, которые выглядят надежно. Это корпус «Персик», напротив площадка для воркаута. Здесь те же белые столбики защищают тротуар от автомобилей, зато есть место для велосипеда. Теперь заходим. Это ящики для почты. Дальше по коридору холл. Здесь персик по названию корпуса. Рядом два лифта, грузовой и пассажирский, и расположение квартир по этажам. Теперь стоимость. Цена за однушку в 32 квадрата – 13 миллионов. Большая двушка в 75 квадратов обойдется в 30 миллионов. Есть варианты планировок в 35, 38 и 42 квадратных метра. Фрукты – это 2 километра до пляжа, развитая инфраструктура и ровная территория Имеретинской низменности.